Да. Что-то я как-то отвлекся. В общем, всем привет, да, кто тут это именно зашел на мой Blue Estate, который как бы в принципе продолжение стрима на pomzr.com. Но раз уж народ просил, я думаю, надо стоит продолжать. Сразу извиняюсь, что задержался так, ибо были дела, которые сейчас нужно срочно налить. Погодите. Сейчас налью. Вот так вот. Не сильно много, чтобы меня вдруг не понесло. И в принципе, продолжаем. Продолжаем играть в историю. Сейчас пытаюсь дико вспомнить, где я остановился. Tunnel of Murder. Скорее всего, собственно, как раз сейчас нам покажут второго персонажа, я так понимаю. А, Twin Dragon, Twin Dragon. Это? Да. Все это дело я уже прошел. Давайте посмотрим второго персонажа. Сейчас нам придется вникать еще немного в сюжет, хоть под вуаля. Blue Estate was lost, and you can measure the Don's violent anger on the Richter scale. Tony took off to Jamaica to stay out of sight and away from LA. Meanwhile, Kim's twin brother Jinsik had brought his troops to war with the Italians. Полный угар, как обычно. Mistake, so he called in an ex-Navy SEAL named Clarence to clean up Tony's mess. Clarence didn't like the work, but his mother's house was underwater and the bank gave him 12 days to raise 75 large. Clarence's best skill was war, and he'd gone to LA to find one that was hiring. Я немного упустил, но Клэрэнс, короче, вот он наш второй персонаж, за которого мы сейчас будем играть. Я сам еще второй карт. And the Don's explosive expert Massimo had placed bombs all over the sewer system. All Clarence had to do was call out a preset coordinate, and Massimo's custom app would blow the bad guys into a hell of his own. Так. Well, they'd be dead. Это, понимаешь, нам сейчас будет предлагать какой-то такой эдакий стелс-тир. Вау-вау-вау. Смотри, уже бегут за мной. Всех расстреляют, ты умри. Все, всех убил. Everyone's in position, including the boss. Да, все взрывай, все взрывай. Initiating 5B through the extraction point. What? Oscar Mike. Че? 5B. Hold up. Morrow, you see 5B here? You gotta hit it now, or we'll lose it. Jesus Christ, Lino. Who is this? Massimo? Hey, buddy. Massimo sent his respects. I'm Lino. Ким Собстучанов и мне. Ага, понятно. Roger, we got 5B in 3, 2. No, 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 that's SB. SB. Little stunned. Shoot him! What did you do? Так, кстати, насчет вот этого тема. Так. Так, 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 так. Вот, теперь все должно быть нормально. Без всяких посторонних звуков. Сейчас такая игра меня обратно примет. О, все приняла. Итак, поехали стрелять. Shoot the green bomb to armored. Ага. Ну... Ага, понятно. Не, так сейчас что ли? Все, все. А, все, то есть это чтобы типа взрывать их, понятно. Давайте успеть. По-моему, успел. Да, по-моему, где-то взорвалось. Да, реально, он что-то не успел ничего взорвать. Поэтому мы сейчас... Оп.
What happened? Doc said allergic reaction. To what? Быстренько убегаем отсюда. Ой, слышь, вы чё, ребята? Тихо, укрытие. Все, лежи, отдыхай. Не торопись. Торопиться сейчас будем мы. Потому что надо быстрее из канализации вырываться. Как обычно... О, Тони. Вот Тони нам не помогает своими советами. Ага, а вот и братишка, которому... Второй близнец, еще надо второго добить, собственно. Вот это первый, то есть был первый, и второго мы добили. Давай, нет. Нет, надо быстрее перезарядиться, убить. Все. Влево, вправо, вверх. Все отлично. И нас тут 1-12. Так, а кто это за мной идет? Надо, кстати... Так, нормально, одного завалили. Второго, третьего, четвертого. Кого, десятого? Сколько? Сколько еще надо завалить, господи? А, всего-то? Я тоже думал. Ну, это еще, в принципе, такое начало. О, хорошо попал. Так, давай, кто еще на меня? Кто еще хочет здорового негритянского тела? Великий календарь Майя, 21-12-12. Чихуауа. Ой, господи. Вляпался. What's next? All right, you're headed towards 9 o'clock. Слушай, позволь, я немного выпью, чтобы начинать немного понимать происходящие события. Эй, куда? Okay, 9:15. Do you have any use at all? Hey, I got feelings here. Нормально. Эй, я ж попадаю. О, попал. Куда? Там еще не все бомбы взорвались. Там успел. Коллектор был вывел. Убить, господи. Черт, это вообще проснул все. Еще в броне, сука. Вот так тебе. Эй, вы чё, ребят, в очередь. Ай, что делать? Чё вы убить меня хотите? Ух ты. Да, я как ковбой, реально, с дробовичка. Ой, тихо. Мы шумим, они идут мимо. Ушли? Отлично. Возьмем еще патронов. Что-то не особо помогают мне эти дробовички. Ну тут, в принципе, помог, да. Да уж, я тоже не хотел бы в таком месте умереть. Хоть много зарядный. Обзор радует.
Итак, заходим. Что ждет нас в этой вонючей канализации? Например, то же самое, что и раньше, я подозреваю. Уж какая она мазушная. Попади, блин. Наконец. Слушай, какая косая. Так, вроде более-менее стало. Ладно. Господи. Роботы любят кого-то. Нет, не роботы. Чуауа. Opens humans and orcs. Парень, сиди, отдыхай, говорю. Все, собака. Ладно. Все, попал в собаку. Сломой иногда не особо помогает. Так, попал обратно гранату. Так, патронов нет. Придется обратно переключаться на пистолет. Зря все взорвал. Ты парень. Вот. Патроны. Так, быстренько перезаряжаемся. Вот. О, 40 патронов. Сейчас постреляем. Так, так, где? Чё, куда вообще? Где? Взял. Давай, только выйди на меня. Шутап. Нормально. WhatsApp, shoot-up. Кого сейчас застрелить? Короче, мухи. Эй, мухи, не, на меня не садитесь, я не то, что вам нужно. Неприятно. Ох, не повезло. Все взрывается, граната. Будет перезарядить. Ай, так мало. Надо срочно найти аптечку, тут нету. О, как вас много. А, можно в укрытие сесть. О, аптечка хохолья. И патроны. Давай, кто? Нормально, перезаряжаем. И... Нормально, чё? То, что я исправил сенсор, ничего не помогает. Нормально. Да, быстрее. Уф, нормально. Аптечка. Всё, включём. Вот ты пи... Успокойся. Не шустрый тут стали, а.
Есть у меня такое ощущение. Так, можно успеть. Так, нормально. Ага. Еще кто-то? Ну-ка. Давай. Кто? Ну-ка. Оп, укрытие. Так, где? Здесь? Где ты был? Вон ты был. На тебе. О, знакомый чувак. Он всю игру будет мне бегать, что ли? Так, с точностью у меня уже проблемы, я вижу. Я вспотел уже тут, блин, надо побеждать всех и всех стрелять очень вовремя. Эй, я только мышку, то есть руку от мышки убрал. Ага. Патроны, перезаряжаем. Пока есть возможность стрелять из дробовика, стреляем из него. Ну, это не дробовик, это Ремингтон какой-то. По всей видимости. Только не ты опять. Что-то не особо быстро летит, да? Ну, познакомились с кем-то. Так, хелы, это хорошо. Эй, собака! Ты себе собака его убил, был веселее. Сука, с дробовиками на меня накинули, сейчас помру, вижу. Было довольно сложно пройти, оказывается. Some red dots keep flickering around you. Watch your six, buddy. Господи, как это сложно крутить на это на стрелочках. Clarence was about to encounter the main altar of the Church of Hua. Так. Кто еще остался здесь? Чуава гай. Господи, мы, по-моему, какой-то заговор сейчас открыли. Так, я немного тормозну, потому что я нихера не понимаю, что происходит. А вот теперь продолжаем. Господи, огромная чуауа. Эй, ты откуда взялся? Так, патронов нет. Патроны. Дай патронов мне кто-нибудь. Чувак, ты не сильно торопился подняться оттуда. Собака! Ой, господи, хелов совсем нет. Эй, патроны! Давай, успел. Кто еще? О, аптечка нормальная. Ребятки, я перезаряжался, уже извините меня. Нифига себе. Я мог в руке залезть, но я и без этого неплохо справился. Так, кто еще?
Господи, игра, хорош меня пугать. Что делать? Что делать? Что делать? Куда стрелять? Куда бежать? Патроны. Отлично. Давай в Мексику. А, погоди. Вот так. Еще одновременно сжать. Прикольно, прикольно. Хотя нет, нифига это не в этом не прикольно. Парень решил себе ковбоя построить. Не особо у него это получилось. Давай. Эй, я вроде успел. Эй, кошечка, я в тебя попал. Ну как у нее точный прицел. В смысле, слишком точный для меня. Мне надо что-нибудь поменьше. Ну не поменьше, а менее точное. Вон собака. Черт, убью сейчас. Ты как стоишь там, парень? Who got killed? Фу. One more step and I'd be dead. What kind of dead? You better hope I don't make it out of here, Lino. You better sit there and start. Четыре патрона всего, давай. Главное не забудь перезарядить. Собака. Блин, мне теряются. Мне все теряется, я не успеваю понять, что происходит. Кто еще? Куда? Куда? Куда целишься? Зачем? Эй, пошел он. Надо убить его. Ну, нормально. Что же вы на меня такой прёте-то? У меня только что патроны кончились. Все взорвалось, круто. Это откуда? Эй, а ты откуда? Нет, нет. Нормально. Нет, нет, только не ты, только не ты, и не ты. И не ты тоже. Я ни в кого не попал. Блин. Так. Рестарты еще есть, поехали. Так, стой, нет. Че это? А, continue, да? Знаете, сука. Блин, здоровье было прям за углом. Черт, вот невезуха. Что я вообще? Я в последнее время мажу. Так. Давай еще ниже. Я не знаю, зачем мне еще ниже. На самом деле так было неплохо. Да, реально, тут практически война сейчас происходит в одном месте.
понимаю, он то вверх, то вниз ездит. Он куда вообще хочет попасть? Патроны. Фу, господи. Победить бы этот уровень уже. Самое время реально богам молиться. Давай, собак, напади на него. Слушай, как собака его любит, а? Реально, я убил его собакой. Хорошая собачка, да. На этом мы немного тормознемся, я еще через минутку вернусь. Не уходите. Фух, итак, возвращаемся к веселому уничижению наших врагов. Да, Костейчерс, мне надо больше с оружием тренироваться, ну что поделать. Только эти игры меня этому учат. Да, мало бюджета, как... Ой-ой-ой. У Майкла Бэя, собственно, шутка засчитана. Господи, этот клан чихуа нихуя меня уже достал. Так, жмем. Собака. Еще никого не попал, причем собакой, кстати. Что меня больше всего бесит. Жмем дальше, они же еще прибегут. О, серьезно? А, значит мы, да? То есть я ничего не делал, да? Ну спасибо. Новый уровень открыт. Ох, надавали. За атаки в ближний бой понятно, почему не давали. А, собаки не все, короче. Окей, продолжаем. Не засиживаемся на месте, долбим дальше. Ага, опять про лошадь. The cemetery. Lino and Morrow break three fingers, and they give up who they work for. I think they broke the fourth by accident. No one had ever seen their boss. Costa Kashkif Kashkishka Ashkash. Кашков. The owner of OKFC, the Balkans' favorite deep-fried chicken byproducts, who just opened a plant outside LA, where a Eurotrash cousin stashed the horse. Мы явно все их ждали. The cousin said that Comrade Sanders means to serve the horse as the main course at the barbecue the next day. Clarence didn't even have time to pack his good guns. Hey, Clarence, the Don's halfway to a heart attack over here. He can barely yell. Morrow?
Why am I hearing your voices? Hey, come on, Clarence. Let sleeping dogs be bygones, а? Lino or me's gotta guide you in this time of danger. Нормально, да. То есть Тони сейчас рассказывает Клэренсу, что делать. We let the one guy watch us work over his cousin until he was ready to sing. So what's he saying? Well, yeah, see, the problem is the one we hurt's the one that speaks English, and now he keeps passing out so from the blood. So ask the other one. Clarence, commitment, huh? It's the backbone of professionalism. I gotta see this interrogation through. You guys are classy. Самое время говорить про профессионализм, да уж. Slap. Password is 22. No, no, I think the cousin's saying it's four digits. Не важно. Fast forward, man, I'm inside. It's the door ahead at the end of the hallway. Negative, there's some traffic on the way. Женский? Зачем женский? Security! Sorry, girls, I'm not looking. Да, what да, the да. hell is this place, Morrow? I'm in a Where's room full of niece? Girls who aren't dressed to make fast food. Ah, the ring girl. This is fight night, just go with it. What fight? Слушай, неплохо, хочу туда посмотреть. Зачем она... Эй, посмотри, что там. Mostly? Hey, we rounded down. Wow. Там наверняка что-то интересное было. Окей, все. Okay, не корми курицу, говорят нам плакаты. So this place that was supposed to be empty is instead a venue for illegal death matches? Hey, I ain't a lawyer, Clarence. Anyway, it's on the loading docks. You won't be nowhere near. Когда стрелять будем, кстати? Я удивлен. Уже пару минут, а я еще ни разу не выстрелил. Where do I go? This Eurotrash spit told me to go to the cock. Hey, break his foot, Lino! There was a picture of a rooster on the door in front of me. Okay, my bad. Wrap that foot up, Lino. He's on the level. Понятно. He says you got a turn at the sign that says white feather. I see it. This place smells like a month of bad days. He says you need to turn left Господи, at the horror, aisle that says chicken hawks, but leave the lights off no matter what. Реально хоррор. Ужас какой. Probably for them death fights. Don't you sweat it. When you see boiler hands, turn left. Воу. По-моему, мы сейчас убили лучшего работника месяца. Ну хоть быстро перезаряжается. Да, мы реально походу кругами ходим, непонятно, что происходит. Ага, радикально. Ага, это все про нас. Да, миссия уже перестает быть стелсовой. Давай, 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 кто на нас сейчас выбежит? Куча парней. Ага. Не сразу засыпаешь, что ли? Окей, окей. Окей, теперь нам в эту херню стрелять надо. Ну вообще, здрасте. Ну, вовремя я вышел под дробовик прям. О, здоровье. Ну хоть это, хоть за это спасибо. Эх, может был ближний бой. Эти не лучшие работники месяца явно. Яйцо. Блин. Развернись еще раз, нет? Метка. А, то есть, когда я их не расстреливаю, мне вот сейчас мог успеть. То есть, в каждой локации свои коллекторы, господи! Reload, Clarence. Эх, Кларенс, Кларенс, Кларенс. Так, мне не туда.
Как, господи, найти просто. Ну-ка. Ты шустрый какой. Ой, сверху. Нормально. Так, тоже сюда. Я ничего не понял, что сейчас было. Он мне советовал, в принципе, как правильно стрелять, но я что-то перепутал. Что-то под что-то я имел в виду все. Не попал. Господи, эти курицы начинают меня уже пугать. Причем сильно. Ой, слава богам, они мимо пробежали. Да ты откуда он взялся? Так, давайте будем поосторожнее. Может, самое время начать стрелять метко? Я не знаю, ради прикола уже начать стрелять метко. О, слушай, я милишник сейчас набью себе прям полный уровень. Выход, твою мать, давай быстрее. Ой, слава, слава яичишным богам, мы вышли куда нужно. Да, лучше тебе дверь закрыть, чтобы никто к нам не пошел. А, они кого там еще пытают, что? Dead Pluckers. Господи, мы точно туда идем? Понятно. В общем, человек, который должен нас привести по наводкам, уже практически допытали. The boss had a secret recipe to get his chickens bigger than turkeys and disturbingly crunchy. Ужас, твою мать. Эти шутки над русской фамилией мне до сих пор веселят. А, не успел. Блин, эти курицы мне не помогают. Ай, они, по-моему, вообще помогают. Не так сильно, как мне бы хотелось. Так, ты откуда? На тебе. На тебе. На. Я научился стрелять. Ну, более-менее. Яйцо. Кстати. Очень странно стреляет. Ну да ладно, главное попадает. Что он? Яйцо. Попал. Эй, ребята. Вас может быть поменьше. Опять собака. Я прям... Это она, да? Она нас преследует. Смотри, хайот вышел, да? Бежим, бежим от этой собаки. Так, меняем оружие. Вам найти патронов. Все не важно. О, вот патроны.
Опять? Ну, видишь, кого-то попал. Очень странная пушка. Попади, 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 ну, туда-туда. Угу. А и рано. Ох, главный Хэллы. А, холодильник, понятно. Сейчас мы все свои яйца проморозим до херов. Ребята, 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 ребята. Ребята, пожалуйста, не торопитесь. Я же не тороплюсь. Вот, тем более без патронов-то. Как бы долго. Так. Пока что держимся. Собака. Меня шупал. Блин, еще перезаряжать надо было. Парень, ну ты, конечно, прыгун тут. Еще. Черт, так успел мне здоровяков засадить пол жизни я снял. Вот. Реально, то, что они тут постоянно спотыкаются и прочие дела, меня дико забавляет. Пошел. Ах, успел. Блин, я нацелюсь не на того, кто меня сейчас хочет выстрелить. Я что-то пропустил. Ладно, какую-то ешку делаете. Один, два, три, четыре, пять. Ну, короче, не особо я угадал, но примерно что-то было. Все, началось, короче, куда-то забираем. Пошли, на Эверест давай такой. Чем выше заберешься, тем меньше стрелять. А хоть перезаряжаться, стреляй просто. Давай, на выход. Нет, не на этот выход. Ладно, давай еще по кружам побегаем. Так, жизни. О, жизнь, это очень в тему. Лови. Ну что, я точно поторопился. Вот сейчас рано. Сука, оба успели попасть в меня. Ребята, вы слишком торопитесь по мою душу. Я еще не созрел. Нет, давайте потом. Более в холодильнике. Вот кто бы из вас реально хотел бы умереть в холодильнике? Я бы не очень хотел. Шустро. Слэп. Патроны, это просто шикарно.
Так, я почти все успеваю. А вот этот не успел. А, надо было ударить. Блин, да, холодновато. Прям как Хан Соло, знаешь, такой... Устал. That's why his men were at Greendale Cemetery that night, to bury the leftovers. Господи. Лежи, отдыхай. Так, вот тут сейчас главное не пропускай, потому что они могут через укрытие меня давить. Так. Ну, меня-то им не задавить. Кто еще? Давай. Блин, кстати, не знаю, какие здесь коллектаблы. То есть, что надо именно выбивать? Мне сейчас лучше патроны, чем здоровье. По-моему, здесь я уже был. Зачем ты туда? Я надо было. Блин, я уже поймали. Как она умудряет? Ну, короче, не важно. Ага, подкову с коня сняли. Ждем. То есть это, ищем коня дальше. Blue Estate, вот он, да. Реально, я всегда целюсь не туда, куда нужно. Держимся, держимся. Пошел он! Господи, какой он толстый был. Так. Так он мне больше нравится. Такими хотя бы могу еще это мириться. Обычно ни в кого не попал собакой. Хотя можно. Блин, там было яйцо. Собака, второй раз. Так, нормально. Яйцо выбил. Причем, знаешь, там, наверное, второе за весь этот уровень. Это не время. Ох, с последним патроном прям попал. Это самое время бежать, а не стрелять. Да, он реально не из-за меня умер, а по естественным причинам. А как даже не знаю, где я. Не понимаю, что я уже начинаю не понимать, что здесь делаю. Понимаешь, что я лошадь ищу, может как-то. Это, по-моему, это слишком для поисков лошади. Ой, как спрятался.
Окей. Только не в меня. Только не в меня. Я не хочу себя. Нормально. Пошел он. Че? Че? Кто еще? Ой, черт, не повезло, извини. Со мной такое тоже бывало. Запинаешься иногда и падаешь. А иногда нет. А прикинь, как здесь еще на геймпаде играть. Я пробовал. Там очень угарно. Оп, метка. Цой-цой-цой. Успел. Да-да-да, кто еще? Там не было. Черт. Ну, блин. Вот, тут сейчас просто худший момент, когда мне. Когда мне собака не помогла вообще. Так. Нет, нет, собака, нет. Еще прицел дико убегает куда-то. Так. Вроде идет, вроде идет. Пошли патронов. Яйца вроде видно, но не важно. Так, вот чуваков с дробовиками вообще нельзя подпускать себе. Кто-то привет. Это пока. Это здрасте, это тоже привет пока. Целый? Ух, хорошо. У тебя опять же патроны лучше. А влево? Куда, чё? Вправо, наверное? Нет, хватало же. Собака. Собака. Яйцо, блин, яйцо. Эй. Это был сюжетный момент. Че, всех успел? Вот это я крут. По-моему, тут же некого убивать на этой мясофабрике грибучей. Твою мать. Давненько не было боссов, точно. Я как раз об этом подумал. Твою мать. Да уж. О, успел? Нет, не успел. Так, ну хоть куда-то он забираться будем. Так, так. Патроны. Как вовремя. И? Что куда, что куда, что куда? Парень, как ты вовремя?
все твои патроны. По-моему, я зря потратил почти все. Ушел, он даже не хочу с тобой разговаривать. У-у-у, черт. Где он? Меня уже пугает. Вот это вот его. Так, ну, все надо мне жить. Оправьте. Блин. А, все, что ли? Окей, давай континуем. Так, вроде неплохо идет. Блин, жизни-то у него сколько, караул вообще? Это мне хватит вообще? Куда он делся? Меня это пугает. Блин, жизни копить, как обычно, вовремя так. Так, вот неплохо прошло сейчас. Хотя как знать. Да, он опять убежал. Ну реально, здоровье это не то, что мне сейчас надо. Надо успевать реально. Давай, нормально. Ой, успел, устал, бага. А, там один раз все. Ушел вон. А, это будет долгий бой, ребята, готовьтесь. Давай, сука, где ты? Право. Это влево. Да, постреляйте. О, хорошо. Только первую стадию прошел или это уже конец? Ну что, я прошел его уже. Блин. Всегда только с одним континуем. Эй, коровки! Я поеду с вами. Забавно. Фух, наконец-то. Ладно, в общем, ребятки, два уровня еще не прошли. Вон, Милия Тейкс. На 500 тысяч выбили. Хайскор у нас неплохой. Яичек мало выбили. Да, всего 3 из 8.
Да, на 3 звезды. В общем, всем большое спасибо за просмотр. Наверное, после этого я еще, не знаю, куда-нибудь в Хардстоун там рубану или нет. Не-не. Хотя нет, и в Хардстоун надо, и в Mortal Kombat. Так что сначала Mortal Kombat. В общем, всем большое спасибо, всем удачи. Всем пока. Эта запись, кстати, не появится на моем YouTube-канале, чтобы не позориться уж совсем. Всех люблю. Всем до свидания.